Плохо себя вел, что это значит? Да, всякой фигней занимался. Лучше вам этим не заниматься. Саша, с Уралмаши, так я работал на стройке. Понял, что это не мое, что я могу дальше двигаться. Не шмалите ничего, не занимайтесь спортом. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Благодаря им происходит сегодняшний турнир EFC под номером 40, а также множество других турниров. Они поддерживают бойцов, промоушены и вестник ММА. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Хотим поздравить с победой Александра Янышева. Спасибо. Крутой бой получился. С 18-го. Да, крутой. С 18-го года тебя не видели. Расскажи, во-первых, где пропадал, во-вторых, какие ощущения вернуться через 3 года? Я работал на стройке. Понял, что это не мое, что я могу дальше двигаться. Помог мне Сева и команда. Ну, больше всего девушка помогла, которая сказала, ты можешь, давай дальше. Такой перелом в жизни был конкретный. Вот. Потихонечку выбираясь из него. Не останавливайтесь. Если только остановитесь, захавают вас. Лучше не останавливаться. Не шмалите ничего, не занимайтесь спортом. Цените свою семью, которая у вас есть. Вот все. Ты сейчас меня спрашивал, уверен ли я, что бой получился крутой. Тебе самому не понравилось? Я сейчас не могу понять, какой крутой, не крутой. Сейчас пойду в раздевалку, посмотрю. И скажу, крутой, не крутой. Я не знаю. Не знаю, вот мы нарабатывали, силы все. Не знаю. А теперь ты вернулся типа надолго? Не знаю, как себя буду вести. А то я себя плохо вел в свои. Из-за этого я меня там. Сейчас я буду стараться этого не делать. Как, ну, буду стараться. Короче. Плохо себя вел, что это значит? Да, всякой фигней занимался. Лучше вам этим не заниматься. Вот все. Окей. А что для тебя дальше? Сегодняшний соперник, которого ты победил, он претендентом был на титул, дрался даже за пояс. У тебя с UFC какие-то долгосрочные отношения или ты просто сейчас вышел на один бой? Как? Я думаю, что это... Я дальше хочу драться, я буду дальше драться. Если мне будут предлагать, я буду драться, не останавливаюсь. Вот. Спасибо еще Талице, которая меня подготовила хорошо. Вот Талица меня вообще закалила конкретно. Ты с тальцкими пацанами, то есть тренировался, да, там с Грозиным, да, с Игнатием? С Игнатием, они меня просто оттаскали конкретно. Я был морально немного подломан, но они прямо на тренировке мне помогали и говорили, Саня, ты можешь больше. И еще Сева мне помог. А, Венер вообще меня так поддерживает всегда во всем. Ему спасибо. Ты с Талицы или с ИКБ? Я сам с Екатеринбурга, просто я в Талицу ездил на сборы. Там Сереге Шумилову вообще спасибо большое, который меня берет. Ну, меня берет на сборы. Мне это приятно, что ко мне хорошо относится. Ему большое спасибо. Слушай, а Загорский тебе еще представил твой никнейм. Александр Саша Суралмаша Янышев! Реально такой? Я просто до этого нигде не видел. Это сам папа нам дал, мне дал, ну, наш спонсор. Нам, мне дал это прозвище. Я его сейчас на себе веду. Саша Суралмаши, до которой самбист был самый мощный. Я хочу, чтобы я его продолжил это. Окей, а расскажи еще, когда ты готов будешь принять следующий бой? Я так понимаю, когда что урон это не... Когда я пойду. Я готов, я заряжен. Окей, и тогда Лига UFC здесь, да? Бой? Да, да. Я контракт на 4 боя. Первый я сделал, еще 3 осталось. Да, ты просто не сказал про контракт. 4 боя. На 4 боя контракт заключил. 1 бой я сделал, еще 3 осталось. Слушай, крутое выступление. Поздравляю тебя. Спасибо с победой. Вас тоже, что вы есть на свете. А, кстати, интересная особенность. Я чего хотел спросить еще. Я смотрел, когда твой инстаграм, ты всегда на тренировочных сборах с волосами, а перед боем, типа, ты бреешь на волосы. Это такая традиция? Да, это традиция моя. Я же в своем клубе родном, любимом. Вот и все. Ну, я думаю, что вы понимаете, в каком я клубе. Окей. Друзья, вы подписывайтесь на инстаграм Александра, он появится внизу хороший экрана. Хороший чувак. Подписывайтесь на инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Да? Да. Да. Вам, вашей жене повезло. Спасибо.
Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.